Веселая разминка, и можно мчаться в мир знаний. Путешествие долгое и сложное, но в помощниках опытные педагоги и личные тьюторы. С таким сопровождением будут покорять школьную программу первоклашки, которым нужен особый подход. Условия, необходимые детям с расстройствами аутистического спектра, предоставит специальный ресурсный класс. Это школа, в которой уже были открыты коррекционные классы для детей с расстройством аутистического спектра. И в этом году нас пригласили в такой большой значимый проект открытия ресурсных классов. Новая модель обучения должна помочь детям социализироваться, приобщиться к школьной жизни и постепенно, без стресса, перейти в обычный класс. Программу и формат обучения разработали с учетом особенностей учеников. Например, уроки здесь по 20 минут, предусмотрены работа с логопедом-дефектологом и адаптивная физкультура. В классах специальные парты, за которыми можно и сидеть, и стоять. Мы в пределах одного класса, не более 8 человек, создаем максимальные условия для того, чтобы ребенок с разными нарушениями, которые характеризуют этот аутистический спектр, мог настроиться на обучение, познакомиться со школой, мог научиться общаться со сверстниками. Ресурсные классы открылись в 4 школах Ростова, а также в Батайске и еще нескольких районах. Места выбрали по наибольшему числу детей с аутистическими расстройствами, идущих в первый класс. Виктория Щетинина, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.